залипало. Накладки на плинтус. Не дальше. Такие тонкости. Цинк лизну. Все это чистить приходится еще щетками, машинками. Прожариваются рамки, потом все это опять сушится, обезжиривается и потом только красится опять. Части от хлебницы двухметровой и плюс одна пара арок. Это у нас капля VIP под монолит с шириной 2900 на 4 метра длиной. Сейчас все это уже упаковывается, будет стричь пленку, потом будем упаковывать через картон и вручную пленку в транспортную компанию.